у нас в студії вже Олена Станкевич, психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олена, ось таку вийшло сьогодні ми тему з вами зачепити, як гумор. Ну от кажуть, що багато хто каже, що ті, хто на людях постійно там сміються, якісь такі позитивні, наодинці, самотні, сумують, з точки зору ось як психолог, як ви вважаєте, це так чи ні? Ну, я думаю, что по-разному бывает, и люди бывают разные, есть люди, которые, в принципе, позитивно смотрят на этот мир, и как-то им удается сохранять позитивное настроение. Бывают люди в виде вот юмора или какого-то веселья, они скрывают какие-то свои проблемы, не желая их выносить на вот общее обозрение. Щоб зараз телеглядачі не подумали, що у кого болить, те й про то. У нас все у порядку, ми просто позитивно дивимося на світ, так, хлопці? Звісно. Пані Олена, от ви кажете, що ось так стіною гумору закриваються люди від якихось своїх проблем, так? Ну, може так бути, так. Да. А чому це? Це ще з дитинства якось це йде? Ця проблема. Ну, я не знаю, это может быть как выработанная привычка, один из способов защиты. А может человек как бы разные применять, и юмор, и это один из способов. А які інші такі механізми захисту, окрім гумору, що зараз обирають люди, аби заховати себе справжнього? Ну, вариантов на самом деле очень много. И если есть как бы необходимость или желание скрыть себя, то это может быть такое напускное безразличие, допустим, да, такая безэмоциональность, холодность. Это может быть наоборот какие-то всплески эмоциональные, но которые не соответствуют тому внутреннему состоянию, которое переживает человек, ну, тоже если с целью именно скрыть. То, що відбувається внутрі. Олена, ну ось коли, наприклад, сварка вдома, так? Чоловік-жінка. Жінка на нього, та ти такий, сякий, що ж ти робиш? А він ге-ге-га. Ну не може він серйозно сваритися. Що робити? Чи то є проблема все ж таки в чоловіці? Розводитися. Ось бачите, дівчатка вважає, що розводитися треба. Як ви вважаєте? Ну, здесь в кожному випадку може бути по-разному. Якщо то, що ну, вот в вашому примірі, да, якщо муж може у нього виходить розрядити обстановку з допомогою саме юмора, то це може знизити накал страсті і дати можливість людям як-то ну, вже більш спокійно договоритися. А якщо це такой вариант, как ну, игнорирование проблемы, да, такой способ ухода от решения проблемы, то тогда есть вероятность, что ситуация будет накаляться, нагнетаться. Звичайно, що дорослим контролювати це дещо легше. Але якщо дитина використовує такий механізм, то це, напевно, що може їй чимось загрожувати у майбутньому. Чим саме? Ну, я даже не знаю, чем это может угрожать. Единственное, как и у любого другого способа, у него есть и положительные стороны, и отрицательные. Да? Если ну, вот человек, ребенок привыкает к тому, чтобы вместо решения проблемы их засмеивать, то тогда нужно понимать, что они никуда не деваются. То есть это одна из крайностей. Да? Другая крайность – это относиться ко всему сверхсерьезно, и ну, тогда тоже это не есть хорошо. Правда, и вот такой конструктив, активное, полезное может находиться где-то приблизительно посередине. То есть известная доля юмора, она может помочь именно вот и в разрешении, и в приведении, там, поднятии настроения, улучшении своего состояния, что автоматически приводит к улучшению ситуации, к возможности с ней справиться. Але ж коли вона надмірна, вибачте, каже Кирило, її га-га, та кожен день, та кожну хвилинку, воно ж набридає суспільство. Ну, може і так бути, да. І як з цим взагалі боротися? Як людині сказати, так, знаєте, легенько натякнути, що ну, твоє ги-ги, воно якби не дуже. Відносься, будь ласка, серйозніше до життя, там, до якоїсь певної справи. Що ти перебільшиш зі своїми жартиками, сміховинками? Ну, заставити чоловіка більш серйозно к житті в цілому відноситися. Слухайте это... зараз уважно. Это вряд ли получится, да, а высказать, ну, свою реакцию на, вот, как вы сказали, о том, что мне бы хотелось, чтобы это было более серьезно, и чтобы там, ну, отнестись как-то немножко по-другому, то здесь вот свое пожелание высказать имеет смысл и даже необходимо, а уже прислушается человек или нет, тут это уже его право и выбор на самом деле, и ваше право потом что-то делать с его выбором. Макета, гумор наше все.
Пані Олена, але таке питання. В багатьох колективах, ну, звісно, якщо це великий колектив, люди зустрічаються зовсім різні. І так буває, що, можливо, людина якась відрізняється зовсім від інших. І так буває, що ця людина може стати об'єктом жартів. Здавалось би, такий дружній, звичайний підкол, але комусь він може зробити боляче. Це не може довести до нервового зриву? Ну, здесь нужно различать юмор и сарказм, да, вот это два таких разных вообще понятия, и, ну, если это про подколы, то подкол он уже предполагает некий, ну, некую болезненность, да, того, что происходит, и, ну, насчет там, как бы одно слово вряд ли приведет к какому-то серьезному, серьезной катастрофе, но нужно понимать, во-первых, что это за шутка, куда она попадает человеку, в какое болевое место, в каком состоянии человек уже находится. И здесь, если это, ну, может быть последней каплей, которая может привести к каким-то таким негативным психологическим последствиям для человека. Ну, а как правило, выбирают вот объектом для шуток и для сарказма того, кто как-то реагирует на эти, ну, шутки и сарказм тем образом, который нужен человеку, который вот это делает. И здесь вероятность и возможность противостоять такому, ну, это тоже своего рода давление, да, это психологическая, ну, это такая скрытая агрессия в адрес человека. Это злость, которая выражена вот таким образом, которой противостоять очень трудно на самом деле. И умение справляться с этими ситуациями, когда вот над тобой подшучивают, не очень так по-доброму, ну, это тоже нужно уметь, и тому можно научиться. Я просто слухала, вибачте, і не могла зупинитися. Микито, ну що за запитання? Коли ми тебе так образили? Я просто вже не можу, я дивлюся. Він так уважно слухає, думаю, ну де? Де наш був прокол? Потім за кадром я тобі розповім. Тобто найкраще за все це просто не реагувати, так? Знов про себе. Ну, как вариант, не выдавать ту реакцию, которую человек ожидает, да, бурную или там какую-то сверхэмоциональную, да, и умение проговаривать о том, как мне сейчас, да, какие эмоции у меня вызывают, вот шутки и такие, ну, это нападки на самом деле, да, это такая все-таки злость проявленная. Ну, навіщо ви зараз нас дискредитуєте? Я взагалі це не писав, питав Світлана. Тож, пані Олено, якщо жарти в бік, будемо підводити підсумки. Ось ця система, гумор як метод захисту свого особистого, він все ж таки більш позитивний, ніж негативний. Правильно? Ну, смотря где і як його використовувати. Да, він може бути дуже допомагаючим. Зрозуміло. Пані Олено, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру та знайшли для нас час. А я нагадую, що з нами в студії була психолог Олена Станкевич.